Изюм для здоровья. Рецепт народной медицины. При проблемах с желудочно-кишечным трактом для укрепления организма после перенесенных заболеваний, особенно при лечении антибиотиками, полезно принимать напиток из изюма и овса. Взять 1/2 стакана промытого изюма и 1,5 стакана овсяных хлопьев. Залить смесь 1,5 литрами воды, довести до кипения, снять с огня и накрыть крышкой и настаивать 3-4 часа в теплом месте. Можно укрыть одеялом. Затем отвар процедить, добавить мед и сок лимона или клюквы по вкусу. Пить тепло в течение дня по 0,5 стакана за 30 минут до еды в течение 10 дней. Понравилось видео? Ставь лайк, обязательно подпишись на канал. До новых встреч, друзья!